Отзвучал гонг, опустел ринг. В столице Чувашии завершилось первенство России по боксу на призы главы города Чебоксары. За решающими схватками наблюдал Рифат Фаткулин. Грамотная защита и точные хладнокровные удары. Семен Степанов из Свердловской области нападает боковыми на голову и корпус. Соперник в синем из Саратовской области отвечает не менее тяжелой техникой. 3 раунда по 2 минуты. Уступать никто не хочет. В итоге в весе до 60 килограммов побеждает красный угол. Турнир мне очень понравился. Все проводится на уровне. Очень хорошие и сильные соперники. Бой мне дался трудно, но мы с тренером готовились к трудностям и проходили этап за этапом. Пока одни на деле доказывают свою силу и превосходство, другие в разминочной зоне только готовятся к выходу на ринг. 14-летний Ваня Родионов держит удар уже 6 лет. За победой приехал из Тамбовской области. Стараюсь больше уделять время вот именно быстроте, скорости, чтобы никаких сближений. Все на дистанции, все быстро, красиво. Соперники были по-своему хорошие. Каждому сопернику нужно подстраиваться. С кем-то самому работать первым номером, поддавливать. С кем-то, наоборот, все надо работать на вторым номером. 5 дней выматывающих поединков, напряженный финал, и вот он, заветный кубок. Всего в первенстве боксировали почти 170 юных спортсменов из 28 регионов страны. Здесь сегодня была отработка наших мастерских школ. Здесь сегодня была отработка наших тренерских методик. Поэтому все-таки наши молодые, в основном ребята, посмотрели, как выступают такие серьезные мастера. И хотя мы заняли только вот 4 бронзы, взяли только 4 бронзы, 2 места юноши и 2 места взрослые. Тем не менее, турнир, можно сказать, для Чебоксар удачен. Победители получили путевки на первенство России. Рифат Фаткулин, Бахтияр Велиев, Республика.